План подготовки к ЕГЭ на год. Чтобы такое сделать, чтобы особо ничего не делать в течение года, и чтобы получиться баллы за ЕГЭ, да, вот, наверное, такой ответ вы хотели бы от меня услышать. Ну, ладно, так и быть, расскажу, как нужно простроить подготовку к ЕГЭ по английскому языку за год, чтобы получить высокие баллы. Начну с того, что я преподаватель английского языка, и моей основной специализацией является именно подготовка к выпускному экзамену. Мне очень нравится этот формат, потому что я вижу конкретный результат за определенный промежуток времени, поэтому мне не понаслышке Известно, что же нужно сделать в течение года, чтобы получить высокие баллы. Я уже записывала видео о том, с чего же начать подготовку к ЕГЭ. Оставлю ссылочку здесь. Проходите, посмотрите, если еще не видели этот ролик. А сегодня мне хотелось бы продолжить и уже по шагам рассказать, что нужно делать, чтобы получить высокие баллы и как подготовиться к ЕГЭ за год, чтобы быть радостным в конце года, а не плакать и думать о том, как бы пойти в армию или вообще поступать заново. Итак, рассказываю. Ну, первое, с чего следует начать, это достаточный уровень знания языка. С этого вот нужно начинать, это основа основ, это то, что я рассказала в видео как раз-таки о начале подготовки. Без этого никуда. То есть то, над чем вам нужно работать летом, вообще всегда, это уровень знаний английского языка. Потому что уже на это знание можно наложить сам формат экзамена и разобраться в нем. Так вот, в зависимости от того, с чего вы начинаете, Первые полгода подготовки будут посвящены. Но все-таки больше теоретической части, больше нужно изучать лексики. То есть вот за полгода, так простроен мой годовой курс, мы больше уделяем времени теории и одновременно, конечно, практике. Но теории в большей степени. Зачем? Потому что во втором полугодии мы будем как раз-таки делать упор именно на практику. То есть во втором полугодии у вас есть время для того, чтобы а, решить абсолютно все задания а, по всем топикам, которые могут встретиться в ЕГЭ по английскому. Языку, в разделе письмо, в разделе Говорения в тестовой части. В общем, достаточно много вариантов. И примерно раз в неделю как минимум раз в неделю, следует решать целый вариант ЕГЭ. Еще одна рекомендация, ребят. Сразу старайтесь выполнять задания на время, и будет очень круто, если вы будете вести записи и следить за тем, насколько быстрее с каждым разом вы выполняете свои задания. Почему это важно? Вот казалось бы, ну какая разница, за сколько я выполняю? Но дело в том, что ЕГЭ по времени ограничен, и в английском языке это важный такой момент, потому что одним, одной, одной из причин таких вот обидных и досадных, когда ребята теряют баллы, является как раз-таки время. То, что они в течение года подготовки, может быть, и знают много, и вообще большие молодцы, и старались, и работали, но при этом во время не уложились, не успели, не тренировались работать с бланками, как-то неправильно заполнили эти бланки, и, к сожалению, на это можно потерять баллы. Я этого вам не желаю, поэтому сразу говорю о том, что нужно практиковаться на бланках, сразу решать задание, и на время. Время. Следите за тем, чтобы был обязательно прогресс, следите за тем, чтобы с каждым разом вы быстрее выполняли задания, особенно это относится к разделу письмо. И в разделе говорения тоже нужно укладывать свое время. Таким образом, мы можем разделить наш год учебный 9 месяцев с сентября по май, условно говоря, это как раз-таки срок моего годового курса на два основных этапа. Первый этап ⁇ сентябрь. Декабрь, конец декабря. Это теоретически, теоретическая база, когда в течение этого времени мы с вами наращиваем мастерство, учим много лексики, грамматики и, конечно, все это накладываем на формат экзамена, но в первую очередь работаем именно над базой. И во втором полугодии мы с вами очень много практикуемся, и уже формат экзамена нам становится не таким сложным. То есть, если мы в начале года бы приступили к формату экзамена, то подумали, ой, как ты это все все не получается, это как как-то много не, незнакомых слов вообще, в общем. Наверное, я не буду сдавать ЕГЭ по английскому языку. Именно поэтому в первые полгода мы работаем с теорией, чтобы вы начали чувствовать себя уверенно, больше практики говорения, больше практики письменной части. А уже во втором полугодии как можно больше пробников, больше практики, и здесь вы уже с легкостью работаете с форматом экзамена и получаете свои заветные баллы. Вот казалось бы, все так просто и так сложно. Потому что здесь важна регулярная работа, практика, и поэтому каждого из вас я бы хотела видеть у себя на годовом курсе, чтобы вы получили свои заветные баллы, поступили в желаемый вуз, на бюджет и, в общем, получили классную профессию, ту, которую вы хотите, а не ту, которая, скажем так, попалась, да, баллы какие набрали, куда-то поступили, вот, будьте хозяевами своей жизни, ребят, и начнем с экзаменом. Желаю вам 100 баллов за игру, ребят. Пока.